Всем привет! 22-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 30 января. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть на следующий день ближе к вечеру. Если вы рады тому, что Зейнеп спасена, ставьте лайк, чтобы видеть, сколько людей. У Зейнеп была остановка сердца, но врачи смогли вернуть ее к жизни. Не успев прийти в себя, она сразу же сказала Халилю, что этот Белен хотел поджечь плантации. Халиль успокоил Зейнеп, сказав, что он знает правду и виновный будет наказан. Сонгюль увидела, как Халиль ухаживает за Зейнеп в больнице и пришла в ярость. Она надеялась на то, что Зейнеп погибнет и не будет ей мешать. А тут такой неожиданный поворот событий. Эта ситуация смягчила Халиля. Он пытается понять, какая Зейнеп настоящая. Он верит словам тети и все время думает, что Зейнеп играет с ним и постоянно его обманывает. Атулай наконец-то осознала, что Зейнеп чуть не погибла из-за того, что пыталась защитить семью. Все, что она делает, это ради бабушки, матери и сестер. Может, теперь Атулай оценит старания Зейнеп. Если не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.